Всем привет, с вами Пенни Прец, и сегодня мы снова на кейс батле. Короче, не стал я сегодня депать больших сумм, кинул всего на баланс 60 рублей, у меня там еще копейки оставались. В общем, с этого баланса сегодня и будем пытаться сделать, окупиться, а еще лучше всего вернуть свой вчерашний, или когда я там делал деп. Если, конечно, кейс батл соблагоизволит. Вот, я по этому поводу даже одел рубашку, только уже другую. Посмотрим, может быть, в голубой рубашке мне повезет больше. Ну, с таким баликом я начну с сильверов. Посмотрим, как они дадут, а там уже будем думать, что да как у нас вообще может пойти. Что да как может пойти дворник. Давай дальше. То есть у меня хватит на 5, вроде на 5 открытий, да, если я правильно все посчитал. Если, ну еще на 2 хватит, третий, да, на 5, значит я правильно посчитал, пучина. Ну пока 2 окупа из 3, 2 окупа из 3, а лоха это для лоха, да, 2-2 пока, 2-2, и что нам скажет третий, что нам скажет третий, пыльник, третий говорит иди нахер, ну я 7, я сделал 7 рублей, сделал 7 рублей, так, мы тогда тебя продаем, ну продаем, продаем. Кейс батл, ты будешь чё? А, блять, он мне не дает, а продать? Не дает, не дает продать. Вот гад. Так, давай. Снова слоу. А лесничий это шляпа? Не, кстати. А чё лесничий такой дорогой? Странно. Чё лесничий такой дорогой? Городская опасность. Духовики. Пак. Спираль. Так, нормально. Кстати, снова тот же баланс 67 рублей, да? Так, подожди, что мы можем... Контры. Если мы в контры закинем вот эти три скина, что он нам даст? 19 дал, да? Ну, в принципе, столько и было, да? В принципе, столько и было. 67, 68. А, мы на рубль окупились. Рубль мы смогли поднять. Но это все равно, это не то. Это не то, что нам нужно. Это как бы не то, поэтому... Не то пальто. Так, раз, два. Что можно сделать? Бентли. Так, если я крутану разок Бентли. Я его как бы ни разу не крутил. Давай попробуем, что может упасть с Бентли. Ни разу не крутил. Посмотрим, что с Бентли может упасть. Кровавый кварц за 16 рублей. Нет, сильвер это конечно, заебись, если ты упадешь. Кровавый кварц, сильвер это зашибись, но с Бентли это вообще не вариант. Ну, давай тогда тебя еще откроем. Три раза. Три раза. Короче, рубрика. А, понятно. Ну, это... Это хорошо, это хорошо. Три латуни будет супер. Три латуни было бы хорошо, прям вообще хорошо. Резерв. Ёптам, а что здесь скины новые подвезли, что ли? 92 рубля. Так, а чё? Мне там в комментариях писали, говорит, надо это. Коллекции типа эти открывать. Ну, я как бы уже открывал, но это просто симпла типа. Симпл, а он недоступен. Как? Вот как открывать? Как открывать симпла, если он недоступен? Как? Никак ты его не откроешь, если он недоступен. Так, чё у меня? Так, ну, подожди, давай. Нам надо хотя бы нафармить... А, нет, давай мы тогда, знаешь что, Among. Among только мы откроем. Розовый, желтый. Ладно, давай с зеленого начнем. Давай начнем с зеленого, 45 рублей. Это мы еще можем потом 3, 4. Это хуйня. Это хуйня. Как ты задолбал меня, зеленый Among. Где сильверы долбаные? Давай. И пыльник это шляпа. Была уже ж такая янтарный шквал, херня. А вот и все. Райский страж. 21 окуп, да? На 51. Так, ладно, нас не окупил зеленый. Давай посмотрим, что розовый нам скажет. Что скажет розовый? Розовый скажет соси. Соси. Нет, спасибо. Неохота.
Ну, блядь, тут 21. Ни тудым, ни сюдым. Чертеж негатив. Ладно. Латунь дай. Латунь дай, гад. Перфорированные волны. 2 рубля. Ёб твою ж мать. Не о том и не о сём. Чё-то ты прям это, жучишь, да? Так, а ты сколько? 110 крит стоишь? Так, ну-ка, раз. Еще на 2, значит, 3 раза можно открыть. Что-то считаю как-то херово. Это падал уже стоит мало. Нитро. Он то дает, то как бы отбирает. То дает, то отбирает. Лесничий был сегодня за 18. Отлично. Сколько это всего? 52. Так, подожди, а я же... А, я зеленого открывал, да? То есть я розового открыл. Он мне там такую бороду прописал. Давай желтый посмотрим, что... А, 56, я могу, в принципе, красного открыть, да, за 55, потому что если открою желтого 6 рублей, там, не знаю, посмотрим, ну, давай с красного, посмотрим, что может дать красный, леденец за 26 рублей, да, за 2, даже за 20, поняли, он даже не за 26, он даже за 20 дал, красный, как бы, красный это, а, ну, вот это, наверное, сливчанский сейчас будет, да, у нас слив, спираль за 31, Нет, еще пока не слив. Еще можно 3 раза открыть. На 3 раза хватит. Смертельный яд. Ну, немного не окупились, да? Это ж 9, да? А, 7, 8. Спираль еще 30 рублей. Так, что, 51 есть, отлично. 51, это значит, мы теперь можем пройтись по... И желтый. Сука, желтый, ты-то хоть чё? Ты нормальный? Ты хоть желтый, конечно, ты можешь на... Жар. За 23. Не, вы, по-моему, сегодня... Нормальных среди вас не осталось. Какие-то... Не, то омонги, кстати, то нормально дают, то это... В общем, это... Я делаю вывод, что... Цвет рубашки не влияет... Не влияет на окуп. На сайте, да? Руник. Руник. Ну-ка, если по-бырому. Хватка. 5 рублей. И... Давай. Давай. Надрыв. 30 рублей. Да что ты? Чтоб тебя... 30. Ну-ка, давай мы тогда в апгрейды на рублей... Ну, давай на сотку попробуем. Если за... А зачем я 199 написал? Если зайдет, мы, короче, этот, откроем, откроем, Амонкаса откроем, если зайдет. А если не зайдет, мы идем нахуй отсюда. Да, мы идем нахуй отсюда. Так, мы идем отсюда нахер, потому что нас послали. Так, ну ладно, в общем, ролик-то не для этого записывался, а ролик-то записывался вот для этого. Розыгрыш, 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 ребятки, розыгрыш. Вот этот Desert Eagle бронзовая декорация сейчас получит один из подписчиков, который уже от недели подписан от меня от недели. Это что такое? Что-то изменения какие-то, что ли? Который на меня подписан от одной недели, лайкнул вот этот видос и написал комментарий минимум из 5 слов. И сейчас мы узнаем, есть ли у нас... Такие. Один участник, один номерок. Больше комментов, больше шансов. Один участник, один номерок. Да, вот все верно. Старт. Кто это? 28. Получается, 28 человек участвуют. Кто? А, выбрать победителя. Да что? Что-то как-то это. Как каша. Ну, крутяк, давай смотрим. Как крутой дигл, ну и видос, конечно же. Ну, тут, короче, кучу всего. Ну, конечно же. Да? Окей. 5 слов. Крутой дигл, ну и видос, конечно же. Ну и видос, конечно же. Слушай, ты тут столько частичек понаписал. Мог бы добавить просто одно слово. Тоже. Ну, крутой дигл, ну и видос, конечно же, тоже. Это было бы 5 слов.
было бы 5 слов. Ребята, я напоминаю, слова. Слова. Что такое слово? Ни частичка, ни предлог, там, да, ни дефис, там, ни тире. Именно слова. Ты красавчик. Вот, какаш, если ты меня смотришь, то чекни мой прошлый розыгрыш четверговый. Посмотри этот видос. Вот, если ты до субботнего стрима не отпишешься мне, то в субботу твой выигрыш я разыграю еще раз. Тот предмет, который ты выиграл на прошлой неделе, я разыграю. Выбираем другого победителя. 10. Кто это? Это Троин. Кто ты? Надеюсь, в следующий раз хоть на данном сайте. 5 слов есть безоговорочно. Проверим, подписку есть. И долго ищу. Скорее всего, нету подписки, наверное, да? Или... А, есть. Троин. Ну что, теперь остается только проверить нам, как давно. Как давно ты с нами. Как давно ты в нашей стае. Да? Как давно ты в нашей стае. Троин. Троин. По дате формирования смотрим. Троин 12 марта. 12 марта. Сегодня 25 марта. Ребят, человек от одной недели. Человек написал комментарий с 5 слов. У него есть подписка. И он поставил лайк данному видосу. Поэтому, дружище, я тебя поздравляю. Ты становишься победителем. А значит, ты выиграл. В общем, тот Дигл Статрекс прямо с завода. Он твой. Кидаешь, в общем, под свой видос. То есть, что тебе нужно сделать? Под вот этот видос найти свой комментарий. Найти свой комментарий. Вот я его вижу. И под кнопочку «Ответить» скинуть свою трейд-ссылку. Я увижу твою трейд-ссылку, я отправлю тебе скинчик. Ну, в общем, все. Ребят, в общем, получился такой видос по кейс-батлу. Цвет рубашки, в общем, ребята, на деп не влияет. На окуп не влияет. Мы разыграли скинчик, я поздравляю победителя. Ну, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии. А, ну и используйте мой промик на изи дропе.